С 11 июля россияне могут без виз въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться на территории Гондураса до 90 дней каждые полгода. Аналогичный режим отныне действует для граждан Гондураса, въезжающих на короткий срок в Россию. Для работы или пребывания на территории России и Гондураса более 90 дней необходимо получать соответствующие визы в обычном режиме. Подписывайтесь на наш канал и получайте еще больше свежих и интересных новостей со всего мира, а также заходите на наш сайт. Всем пока!